Що ж, друзі, повертаємося, і у нас в гостях вже є Тетяна Федишна, як ми і анонсували, та Тобі, так, по-домашньому назвемо його, вітаємо вас. Вся наша студія вже закохалася просто у цього красунчика. Закохатися можуть і всі глядачі, подивившись на нього. Ось такий справжній українець. Продовжуємо святкувати День Незалежності. Отож, неспроста ми сьогодні запросили саме цих гостей, тому що, знаєте, багато хто із людей не має таких досягнень, як має його власниця та сам Тобі на такий невеличкий зріст і невеличкий розмір, так? Скажу так, закинувши невеличкий анонс, що за весь час свого соціально-активного життя було зібрано близько 10 тисяч гривень І для... це немала сума. Так, саме як волонтери. Вони працюють в команді, тандемом, і ось такі результати маємо. Отож, як давно Хотілося ваш тандем заліснує? Ну, здравствуйте, дорогие зрители. Во-первых, начну с того, что возникла идея волонтерства не просто так. Ну, я закончила два образования, и как бы нужно было миру нести полезность. Я увидела собаку на Советской, наверное, каждый житель Николаева видел собаку, которая собирает на кашу, да. Попрошайник, Я сначала поверила в эту собаку, потом узнала немного больше, и как бы мы узнали о том, что это аферист. И решили, наша собака знает столько команд. Ну, мы с Тоби выиграли конкурс, который проходил в том году, мы у вас были в студии уже, на До конкурсе речі, там... я перерву на декілька секунд, скажу, попрошу наших режисерів показати фотоматеріали, також вони ілюструють ваше соціальне активне життя, і з конкурсу також є фотоматеріали. Ну і тобто в конкурсах також берете участь. Ну да, это в конкурсе мы брали участие, дама собачка, мы обучили его командам, и мы решили, что раз у нас пес такой дрессированный, значит, мы можем это показать людям. И возникла идея нести полезность и собирать средства для помощи батальонам. Но у меня никаких связей не было, я ничего не знала. Просто возникла эта идея. Как правильно ее оформить, я не знала. Я пришла в штаб к одному депутату и попросила хороший фонд, который бы меня административно правильно устроил. А мне не отказали в помощи, я связалась с директором фонда, и он меня как бы оформил для того, чтобы я могла спокойно стоять на Советской, могла заходить в заведение и просить. Ну, вот так вот нам дали коробочку, и мы с собакой ходили волонтерили. Причем мы постоянно как бы одевались в тандемы, то есть если это был моряцкий стиль, то мы были в моряцкой одежде. Отож, Если український стиль – це не тільки один стиль, який одягає Нас Тобі. Фото бачать на чотири да, речі, у нас там що раз... одягу багато. Ну да, конечно, я не обрезаю его в этом, потому что я сама шью, и мне это нравится, и как бы мой любимый питомец, почему нет. Вот, и первый раз, когда мы вышли, мы стояли просто с пустым боксом. Нам люди не верили, нас не знали, на честном слове. В основном, я так хочу сказать, что нам помогают в основном наши знакомые, которые меня встречают и чисто говорят: «Аня, мы тебя знаем, знаем, куда ты точно пойдет». Естественно, после первого раза как бы это был феномен, потому что мы собрали на 1 сентября за пару дней 2-300 мы собрали. Мы не верили сами в этот успех. Мои подружки приходили, поддерживали меня, они говорили, что это настолько тяжело. Скажу честно, люди абсолютно разные. Некоторые не понимают, на какую армию это собирают деньги. Я хочу сказать, что была компания детей со второй гимназии, которые меня просто довели до слез. Эти дети на 1 сентября начали доставать свои последние деньги и кидать в эту шкатулку. Я говорю, зачем вы делаете? Ну, как бы я знаю, что родители дают на 1 сентября на мороженое. Я говорю, зачем вы это делаете? Я говорю, оставьте на мороженое. Говорит, а зачем нам мороженое без Украины? То есть эти дети доводили до слез, и я стояла, они меня как дерево окружили. Настолько трогательные детки. И потом мы с ними виделись на День города. Детки составляли стихи, рассказывали про Украину. Я их всегда селфила с собакой. Ну, а также мы не просто ходили волонтерили. У нас как бы собирались детки, мамы, мы брали подстилку, и пес показывал команды. То есть таким самым мы поощряли людей. У нас с каждым человеком был контакт, вне зависимости от того, нам дали 1 гривну или 10, или, ну, 50, вы сами понимаете. За каждую копеечку Тоби отдавался нам все. Конечно. И нам помогала наша мама, которая отбрасывала консервацию, потому что нужно было ходить с боксами, с едой для собаки. Нужно было помогать, и мама с нами ходила. Но, конечно же, это очень эмоционально тяжело, потому что кажется, что так волонтерство, люди не знают, кто-то мне говорил, а повешай другие наклейки, типа деткам собирай на следующий раз. Я говорю, да какие наклейки, я один волонтер для батальонов. Плюс, я хочу сказать, что первый раз, когда мы собирали, я не знала, кому эти средства пойдут. То есть я просто видела человека, который помогал.
помог в Фейсбуке, и я ей написала. И через нее, ну, я нашла этот батальон «Феникс», «Крылья Феникса» Бирюкова, ну, и там же наши николаевцы, добровольцы. Так вот я перешла на Ильюш Полянского. Я до этого этих ребят не знала. Я хочу вам сказать, после первой собранной суммы я позвонила им, говорю, ну, давайте мне список, что нужно купить. А ей попрошу, говорю, дайте мне список, только попроще, потому что я все-таки девочка. Они сидели, думали и говорят, Таня, вы, конечно, извините, вы хотели список попроще, но не получилось. Так я узнала, что такое ВД-40, спасибо большое, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот, и как бы хочу сказать, что по поводу фонда я очень сильно переживала. Естественно, я, как каждый житель Николаева, наслышана про этих волонтеров, аферистов. Не только собак-аферистов. Да, да, поэтому, нет, собак не слышала. Поэтому мой пес, это как визитка, извиняюсь, Яроша, чтобы, потому что волонтеров может быть много, а именно волонтер с собакой, вот я одна, то есть фотки, которые подтверждают суммы и т.д. и т.п. И когда в фонде мы пришли, я первый раз в этом всем была, я не знала, как считают. И когда я видела, ну, мне кто-то наговорил, они там 30% берут. Я думаю, ну, если сейчас будут брать 30%, я забираю этот бокс и убегаю. Нет, все было чисто, все красиво, все посчитали, они отдали и дали под собственные растраты. Ну, это так первый раз мы поставили. Потом мы уже, конечно, когда мы отвезли ребятам вещи, мы уже стали немного круче, мы стали фотографировать, и у нас уже на боксах появились фотографии, наши друзья распечатывали, и мы уже как бы стали уже более известными, нам люди видели то, что вот фотографии, плюс наши люди видели на других акциях, это попытки захвата облрады, Украина едина, и некоторые подходили, а мы вас знаем, то есть не приходилось рассказывать. Парадоксально то, что люди приходили с Донецка и просто, ну, и помогали, говорят, да, мы за то, мы за помощь вам, то есть как бы люди жертвовали абсолютно разные. Некоторые, я извиняюсь, конечно, тоже такой пример с истории. Стоял один военный, и он, ой, это же для 79-ки. И достал, там у него было 20 гривен, 5 из 100. И он достал и положил 100 гривен, хотя у него не было переднего зуба, понимаете? То есть человек ставит приоритеты для наших ребят, и т.д. и т.п., ну вот, превыше своих ценностей. Хотя мы, люди, которые привыкли к комфорту, мы бы могли бы выбрать свое. А человек вот отдал больше в помощь. Боже, як маленько вже розповісти. Ми сподобалися один одному, це 100%. Боже, який ти хороший. Хотілося б тепер познайомитися ближче з маленьким Томі, тому що він уже і в мене на ручках посидів, і у Віті, і до всіх тактується. Ну, подождите, я смотрю, поки під мої розговори пес уснув, я ще вам хочу порозказувати далі. Ну, звісно, просто чому я хочу обратиться к людям, то чтобы они поняли, что николаевцы очень добрые, мы сильная это нация. Хорошо. И именно пока я была волонтером, я это все поняла. Потому что люди, это настолько крутая цепочка, вот мы стояли, к нам подошли, говорят, а вы не знаете, как связаться с детьми, чьи родители в АТО? И это пошла цепочка за цепочкой за цепочкой. Мы нашли через мальчика, он нашел девочку, кстати, известный волонтер, у него Оля Малярчук. И мы через нее нашли этих деток, чьи родители, ну, отцы в АТО. И ресторан «Кумир» предоставил свое место. Они наняли аниматоров, угощения. Мы с собакой выступали, мыльное шоу. То есть, и вот мы деткам сделали концерт. И когда говорят, что вот у нас злые, да неправда, люди добрые, просто помогают, например, у нас были нитки для вязания. Еще прошлых лет мы связали, взяли сумку спортивную, нашли еще одну знакомую, которая передала свои нитки. Нашли людей, которые работают в таможне. Они не занимаются вязанием носком, но они уделили свое время и научились вязать носки. И они таким самым вяжут носки и потом отправляют батальоном. Теперь далее, про второй раз, когда мы собирали, этот второй раз был основан для покупки рюкзаков нашим ребятам. Вот, мы насобирали за второй раз 5000 с чем-то. Да, ну, понятное дело, что были не только рюкзаки, ключи. Потреб эти... богато. Да, конечно. То есть мы же не спонсируем оружие, мы просто помогаем ребятам, чтобы им там было легче и проще. Я хочу сказать, что мы помогаем не просто на те средства, которые мы собрали путем волонтерства. У нас есть наши знакомые, друзья. Там я говорю, ой, вот по списку там не хватило там купить солидола. Ну, так, такое вот. Ребята, да хорошо, Таня, мы привезем. То есть без вопросов. Помогают все люди, откликаются. Даже вот я сейчас говорила, вот, ребята, там надо. Да, Таня, не стесняйся, обращайся. А есть такие люди, которые просто приезжали, привозили домой чай, кофе. Я говорю, подождите, дайте я вам фото покажу. Они там какой-то пост увидели. Говорят, не надо фото, мы вас видим. Мы знаем, то есть настолько приятно, что люди уже верят довіра, и понимают. Да. Ну, вы же просто зірки волонтерства, честно. Нет, ну мы немножко сейчас приутихли, потому что вы сами понимаете, что коммунальные поднялись, и как бы неудобно вот у людей брать, ну, как бы сами понимаете, какая ситуация сейчас у нас. Но в основном знакомые не отказываются.
Ну, я вже розумію, що ви вже всі жаждете побачити роман. Так, побачите, що ж робить, що ж цікаво, я так перекладаю. До речі, про костюмчики. Скільки вже на сьогоднішній день приблизно є? Ой, мій-то хороший. Ой, скільки костюмів, я не знаю. Ну, маю, ну, штук 7, мабуть. У нас є костюми, які такі камуфляжні, і написано «Служба». Так, ми бачили також на фото. Да. І от, кстати, к нам підходили, говорять, ми ж вас бачили, це ви охорона Майдану були, ну, в такому плані. І у нас є такі костюми, які сумка идут, и я всегда называю сумка-пес. И вот когда там осень, весна ранняя, еще не совсем ярко на улице, я говорю, мам, и вот я одеваю, люди все смеются, я им поднимаю настроение, это все-таки здорово, да? Ну, как бы такой мелочевкой поднять настроение. Еще такую красу просто побачить и такому костюму. Это мама была инициатором, она делает цветочек здесь. Мы все очень быстро делали, как бы видно, потому что костюм у нас на булавках, потому что мы перед парадом вышиванок только вот его перед выходом сделали. Ну, так образно говоря, сделали. Я надеюсь, что мой питомец не подведет, потому что мальчик, я так честно скажу, только встал. Ну, мы попробуем. Так, давайте. Да, допоможем. Давайте. Да. Ой, как швиденько он раздевается. Да, быстрее однозначно, чем одеваться. Правильно. Ну, для начала. Тоби, голос. Голос. И еще. Ай, хорошо. Молодец, молодец, молодец. Так, это нам соседи с сырка выделили. Тоби, сидеть. Сядь. Сядь. Нет, не зайку сядь. Хорошо. Тоби. Сон еще медленно ест. Тоби, лежать. Так, лежать. Хорошо. Молодец, ползи, ползи, ползи. Вам видно? Да. Ползи, ползи. Хорошо. Так, класс. Тоби, еще раз. Сидеть. Лежать. Ну, вы понимаете. Хлопчина прокинулся, а от него что еще хочет зранку? Ну, всем мы прокидаем столько. Ползи, так. Ползи. Ага, он боится, то, что тут дырочка. Молодец, хорошо. Тобі. Пережовую. Друзі, ви також можете поговорити. Кругом. Сидіть, сядь. Хорошо. Ой. Ти що ти мусиш? А як лапки робити? Так, сидіть. Дай лапу. Дай другую. Хорошо, молодець. Да. Клас. Подождите, це не все. Тобі. Зайка. Так, зайка. Маленький ты. Молодець, хорошо, ти мой зайчик. І на зайка? Кругом, кругом, сидеть, хорошо, сядь, дай пять. Так, Тоби, дай пять. Хорошо, класс. Дай другую, дай другую. Ай, хорошо, молодец, молодец. Какие разумные. Да, еще как бы, ну, есть такие команды, кувырки, но тут мало места для таких. Ну, попробуем, так. Конечно, Тоби, давай, кувырок. Не-не-не, давайте боится. Мы не будем так рызыковать. Ну, а теперь как бы патриотичные моменты. Тоби, ты украинский... Подожди! Фальстарт! Так, ты Разъешился не на жарт. Видите, уже проснулся, помню. Ты Украину любишь? Молодец. Ты патриот? Хорошо, хорошо. Ничего не дам, потому что за Украину надо бесплатно. Но я думаю, что это как бы все команды, которые мы показали. Можно и погодувати. Нет, ну понятное дело, что там еще прыжок мы знаем. Я не знаю, как он преодолеет это расстояние. Тоби, прыжок. Прыжок. Сможешь? А, он боится. А вверх. Прыжок. Прыжок. Нет, він это как боится. Хлопчина но... злякався зразу. Нет, это новый диван, мы его еще не знаем. Не пробовали просто. Ну, такой вот, ну, кошка, чужой. А, кстати, вот еще, смотрите. То есть, видите, да, он такой добрый, няшный, а теперь Тоби. А ну. Понимали, да, что чихуахуа, это не просто предложение к сумке. А еще вот у нас вот сила воли. Возьмите, так, сядь. Как бы он очень сильно хочет есть. Я ложу, говорю, нельзя. Вы представляете, какой соблазн, его начинает трусить. У меня, когда эту команду я соседям показываю, они говорят, Таня, ну, пожалуйста, мы на уже сердце были, ну, да разреши ему. Он так давит, он так просит. Да, и он начинает смотреть на меня, ну что, ну, разреши уже. Я и... кот из Шрека. Боже. Тоби, смотрите. Можно.
Молодець, молодець. Ви поняли, да, що без розрішення нічого не робимо. Ну, звісно, як би спить на кроваті, все його місце на подушках, з усіма почестями. Дисциплінований, класний хлопчина такий. Да, молодець, молодець. Ну, плюс він знає імена. А, кстати, вот такой вот парадокс, що ці собаки люблять животних. В основному вони такі гавкучі. Поэтому у нас все, а можна взяти собачку, а можна сфотографироваться? Ми, как бы, кожному чоловіку на параді вишиванок, кожному давали можливість погладити собаку, сфотографироваться. Ну, как бы, потом нам надо же искать свои фото в интернете. Ну, больше там уже якийсь хештег зробити спеціальний для нього. Наверно, но я уже одевать не буду его, потому что, получается, нас в кадре нет, одни мои ноги и пес. Как-то все перетягивает одеяло на себя. Кстати, мы с ним родились в один день. С собакой, только с небольшой разницей, в 2 года буквально. Вот. Но документально я попросила, чтобы записали в разные дни, говорит, и так все одеяло на себя перетягивает, еще в один день с ними у меня праздника совсем не будет. До речі, хотілося б дізнатися його справжнє ім'я, тому що тобі це так по-домашньому ви його називаєте. Ну да, вообще он у нас Оді Таберлан Голден Саус. Боже. Йому самому стало страшно. Він аж запишався. Від свого імені. Молодець, взагалі, які плани є на майбутнє? Тому що так спонтанно з'явилося волонтерство. Можливо, є план зробити якусь власну шоу-програму? Шоу-программа. Ну, во-первых, насчет планов я не люблю планировать, честно. Я очень спонтанный человек, я люблю поездки все неожиданные. Раз-два собрался, оделся и уехал. А по поводу шоу-программы, да у нас есть шоу-программа, у нас есть попурри с песен, и которые мы выступаем под каждую мелодию. Каждая песня символизирует каждую команду. Например, «Зайка моя, я твой зайчик», «Я на солнышке лежу, мы лежим», «Кругом голова, это мы кружимся», «Все пучком, мы даем 5» и т.д. и т.п. Алкоголь мы... Зайка, це просто... Да, зайка моя, твой зайчик, кстати, вот. И мы как-то выступали на свадьбах. Я так еще, ну, шутила, говорю, теперь у меня есть показательный номер, я теперь буду на свадьбах и на корпоративах работать. Но это не для нас мероприятие, потому что, вы сами понимаете, на свадьбах люди... каждый себя по-разному ведет, и как бы поэтому... Не нет, будем лучше... травмувати психику дома. Да, да, то есть каждый не воспринимает, а что это за собака. Вы сами понимаете, что таких собак не воспринимают мужчины. Они считают, что это, ну как, не совсем собака. Но после знакомства с Тоби они начинают говорить, я люблю такую породу собак, нам нравится. Действительно, наимовернее. Потому что он такой няшный, он воспитанный, спокойный, он абсолютно не проблематичный. Вы видели, как он, ну, я не... вы, наверное, нас не видели на параде, но он стоял, позировал, он не дергался, не крутился. Саме на параді я вас и помітив. Тому вчора, коли я з вами сконтактувався, саме завдяки параду ми і так побачились. Тому що дивлюся, такий красунчик фотографується абсолютно усі, та дівчата просто стоять, там дивляться, я комплексую, думаю, що ж до мене підходить, чому зі мною не фотографується. Ну так со мною не фотографується собака. Перетягнув абсолютно все. Да, перетягнув. І, кстати, от я хочу сказати, от этот парад вишиванок, куча діток нас обкружила, і не гладили. Настільки ніжні дітки, ти знаєте, от є жорстко, там б'ють собака, це такі ніжні дітки, і взагалі этот парад вишиванок. Ну, Николаев стал, ну, намного чище, намного благороднее и приятнее. Я просто смотрела, и у меня глаза горели. Я маме говорила, мам, посмотри, сколько красивых девушек. Ну, посмотри, какие они красивые. Ну, действительно, вот у нас вот крутая нация. Ну, я верю в светлое будущее. Так, отож, дякуємо вам. Дякуємо нашим гостям, які завітали до нас. Бажаємо здоров'я хорошого, ще нових творчих злетів, ну, і, звичайно ж, активної роботи соціальної на благо народу. Ось такий він. Грайливий. Непосидючий, так? Добре утро. І безпосередній. Доброго ранку бажаю вам сьогодні, Інна Савіцька. Та Віктор Дяченко. А також Тобі, прекрасний чоловічок, з яким можна сфотографуватись, побачивши його десь на вулицях Миколаєва, та Тетяна Федична, його власника, активна житель Миколаєва, просто хороша людина. Отож, до наступних зустрічей, дорогі хай друзі. Хай щастить, ми вас дуже любимо.